Привет, друзья! Привет, с вами Лилия Донскова и Булавцев Михаил. Сегодня 19-й день нашего видеомарафона, и сегодня спецзадание у нас сделать то, чего мы никогда в жизни не делали. То, что нам некомфортно, может быть, немножечко страшно, и мы очень долго думали, что же можно сделать такое, чтобы это было не банально и принесло еще, и, может быть, даже какую-то пользу обществу. Не только, да, для нас. В принципе, мы сделать можем что угодно. И в проруби искупаться, и голышом пробежаться, то есть, но это не принесет пользу обществу. И поэтому мы находимся сейчас... Это реабилитационный центр, где приют для детей из неблагополучных семей. Центр называется «Возвращение». И мы сюда приехали с гостинцами. Пошлите внутрь. Пойдем. Вот, мы сюда приехали с такой миссией. Мы привезли детям гостинцы. Фрукты вкусные, всевозможные. Да, вот два мешка фруктов. Да, к сожалению, с детками увидеться не получилось, потому что сейчас карантин по ветрянке, по гриппу. Вот, ну, мы вот пообщались с воспитателями, обстановка здесь очень хорошая, жарко, мы прям уже, находимся прям 2 минуты, уже очень жарко. Но мы надеемся, что наши маленькие гостинчики согреют немножечко детишек, да, полакомятся. Этим пятничным днем. Пятничным днем, да. Вот, а мы еще к вам вернемся. Приходите сюда, если вы живете в Саратове, то здесь рады помощи. Если есть возможность помочь деткам, то всегда рады здесь. Ну вот и все, друзья. Доброе дело сделано, польза принесена. Что чувствуем? Конечно же, это... Просто хорошо-хорошо на душе. Да. И хочется сделать еще что-то для этих деток. В планах... Все, что в наших силах. Конечно, да, в планах еще сюда вернуться много-много раз. Да. А сейчас мы говорим вам пока. До новых встреч. Пока-пока.